Всем привет! С вами Б16 и 129-й DevBlog. Как я и думал, много концептов и свежей информации, минимум новшеств в этом патче. Мы к такому уже привыкли, давайте посмотрим, что нас ожидает в ближайшее время. Первое, о чем хочется рассказать, это дверные баррикады на пререлиз ветки. Если они закрывают дверь, то за ней точно есть лут. Когда ящик опустошают, включается таймер и восстанавливает через некоторое время ящик и дверную баррикаду. Таким образом, сразу становится ясно, имеет смысл лутать РТ или нет. Про гламурные деревья мало кто вспоминает, а тут внезапно поработали над их освещением. Результат отлично виден на экране. Я думал забросят МП5, а нет, вот она родная, красивая пушка. Ждет анимирование и пора в игру. Как думаете, когда ее добавят? Свои ответы пишите в комментарии под видео. По пещерам очень мало информации, просто подождем еще совсем чуть-чуть. Огненная турель в своем обличье. Такая она будет в игре, вот только рожицу уберут, это временное решение. Это мы уже видели, обещают доделать на следующей неделе. Обещают. Отладили все прицелы на огнестрельном оружии. На изображениях есть фиолетовая точка, которая обозначает точку удара. Это то место, которым нужно прицеливаться, например, наводить на голову. И тут вам вопрос, какой у револьвера разброс? Свой ответ пишите в комментарии. Идет работа над звуковой окклюзией, иными словами, звуковой проходимостью. Например, когда мы слышим шаги за дверью, складывается ощущение, что преграды не мешают распространению звука. Так вот, окклюзия призвана решить эту проблему. Давайте просто посмотрим на экран и поймем, что это за штука такая. Исправили проблему потемнения экрана в DirectX 9 режиме на AMD видеокартах. Я думаю, многие этого ждали. Наслаждайтесь, ребята. Ожидаемое обновление. Оно практически пустое, но со свежими идеями, концептами и новостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите свои прогнозы, что нас ждет в Global Wipe, который будет в октябре.